Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 дэмэдж. Здорово, ребят. Я догадываюсь, что за свой эксперимент я, скорее всего, хапану порцию негатива от вас, но, тем не менее, хочу провести этот эксперимент и попробовать поставить себя на место разработчиков. Дело в том, что я много общался с разработчиками, недавно был стрим с разработчиками, и планируется стрим с разработчиками 16 апреля, приходите. Там будет прямое живое общение, ваши вопросы, буду задавать свои вопросы, готовлю. Недавно вот проводил стрим, готовил свои вопросы, и там было очень много вопросов, на которые уже миллион раз давалось ответы, вот. И были однотипные вопросы, я их называю попсовыми. Вопросы, от которых уже, наверное, устали все разработчики, и даже сами игроки, я думаю, устали их задавать. Вот мы сегодня их обсудим, и у меня большая просьба. Если вам понравится то, что я расскажу, поставьте лайкос. Если не понравится, то есть вы не согласны, поставьте дизлайк. Но напишите, пожалуйста, что вам не понравилось, где вы не согласны, аргументированно. А не просто все фигня, давай панной, вот это вот все. Пишите в комментарии в конце свой танковый ник. Никого преследовать за это, конечно же, никто не будет. А просто вам начислят золото, если ваш комментарий будет рандомайзером выбран. Вот два победителя, например, с прошлого ролика, которые выиграли по 1000 игрового золота. А мы начинаем, ребята, и вопросы, которые я сегодня хочу разобрать, это два вопроса. Это первое — ограничение артиллерии в боях. А второй вопрос — это балансировщик плюс-минус один уровень. Давайте про ограничение арты. Понятное дело, я никуда в ВГ не иду, меня никто не зовет, просто вот это такой эксперимент. Я как бы с позиции разработчиков отвечаю. Смотрите. Почему количество арты можно забыть, по крайней мере на ближайшее время, о том, чтобы ее ограничили до двух или одной, как мы с вами просили? Я сам, как игрок, неоднократно эту позицию озвучивал, но я смотрел с колокольни игрока, что мне вот классно и комфортно было бы играть без артиллерии, потому что, ну, она мне мешает, да и артиллеристам лучше, когда он там один-две штуки в боях, они друг другу не конкурируют. Но, ребят, не все мы, оказывается, про арту знали. Ну, то, что для нас очевидно, это то, что арта популярная. И если ограничить количество до 1-2 штук, да, количество игроков, желающих играть на арте, не уменьшится. Таким образом, очередь из желающих играть на арте вырастет. И нас с вами, как игроков не на арте, вроде бы как не должно беспокоить то, что артиллеристы будут ждать еще дольше своей очереди поиграть, да? Ну, не надо забывать, что для разработчиков что мы, что артиллеристы, что танкисты на тяжах, СТ-шках, ПТ-шках, ЛТ-шках, это все одни и те же игроки, которые заслуживают одинакового уважения и внимания. Но если бы... Ни одно «но», можно было бы уговорить там разработчиков там уменьшить количество артиллерии для того, чтобы всем, ну, у нас же больше ЛТ-шек, СТ-шек, ПТ-шек, ТТ-шек, чем артиллеристов. Мы же, нас же больше, даже мы массой можем задавить, вот хотим, чтобы было меньше арты. Но, к сожалению, ребят, это убьет игру. Количество артиллерии меньше 3 штук тупо убьет игру. Пример — ранговые бои. Я поговорил с разработчиками, мне пояснили один момент. Так называемое формирование ударных кулаков. Это я уже сам термин придумал, у разработчиков совершенно другие термины. Смотрите, как в ранговых боях проходит бой. Команда стенка на стенку приезжает куда-то на позицию и начинает там долбиться. Так вот, по статистике разработчиков, минимальное количество артиллерий, которые необходимы, чтобы не давать формировать такие ударные кулаки, это 3 штуки. Вы скажете, а как же бывают же бои без двух, с двумя артиллериями, с нулем, с одной? Так вот, ребят, правильно, что если бои будут однотипные с малым количеством арты, игроки быстро перестроятся и рандом быстро перестроится. Как это произошло в ранговых боях, где играют тупо стенка на стенку. Вы скажете, а что плохого в игре стенка на стенку? Ну, во-первых, запоминающихся боев становится меньше. Потому что, дай бог, в ранговых боях отбить свое хп или хотя бы в 2 раза больше хп накидать, ты уже героем себя чувствуешь. В рандоме эпичных боев под 10к, да, у игроков происходит гораздо чаще. Это как раз таки за счет того, что бывают бои с артой и без арты, и с тремя артами, и без арт. И если будет ограничение на 2-1 арты, то не будет боев без арты вообще. Крайне редкие бои. Практически меньше 5% боев будет с одной или нулем арт. Все бои из-за большого количества игроков на арте, желающих играть, будут с двумя артами. То есть однообразие геймплея, разнообразие можно забыть.
Так в чем недостаток вот этих вот ударных кулаков, которые будут формироваться? Дело в том, что, ну, во-первых, разнообразие, опять же, тактик игры на карте уменьшится. А значит, все бои будут как под копирку. Это первое. А второе, самое страшное, то, что если один из кулаков окажется чуть-чуть просажен, то уже никто не сможет остановить турбослив. И количество турбосливов в рандоме значительно вырастет. Потому что как только вот этот кулак продавливает свое направление, он летит дальше уже по карте, его никто не в состоянии остановить. Вот это вот большое скопление танков в одной зоне способны разбить и остановить только артиллеристы. Даже если твоя команда начинает проигрывать в этой дуэли стенка на стенку, арта поддержит и может и оглушить, и снять хп, и застанить, и так далее, и тому подобное. В общем, ослабить атакующую команду и тем самым избежать турбосливов и однотипных боев. Сюда же растут и бои плюс-минус один уровень. Первая проблема заключается в том, что при боях плюс-минус один уровень мы очень сильно теряем разнообразие сетапов. Гораздо разнообразнее можно собрать сетапы, если у тебя есть плюс-минус один уровень, одноуровневые бои и плюс-минус три уровня, да? Ну, разброс там десятки, девятки и восьмерки, вот вам три уровня. Из такого сетапа гораздо проще собрать разнообразные команды, которые не будут как можно чаще повторяться. Даже если вы играете много на каких-то однотипных классах техники, да, или танках даже, все равно сетапы будут разнообразны. Я играю в эту игру 10 лет, и она мне не надоела. Если я буду видеть то, что я вижу в ранговых боях, мне это действительно быстро надоест. Там действительно однотипные, там одни и те же танки играют, одни и те же тактики. И вот по статистике разработчиков показалось, что двух арт недостаточно для того, чтобы размазать игроков по карте. Только три арты, вот привычка играть против трех арт, позволяет игрокам разъезжаться. Если арту убрать, сразу ничего страшного не произойдет, но пройдет неделя, две, и игроки начнут играть на одних и тех же позициях, стенка на стенку. Это будет унылый геймплей, я такого лично не хочу, а вы хотите, напишите в комментариях. По поводу плюс-минус один уровень боев, да? Смотрите, какие проблемы. Как только мы вводим, ну мы, это я так уже образно, да, как только у нас в игре появляется плюс-минус один уровень боев, игроки не дураки, быстро начинают смекать, что лучше быть вверху этой пищевой цепочки, и начинают ползти вверх, тем самым смещая количество игроков на среднеуровневой технике вверх. И формировать команды уже становится балансировщику гораздо сложнее. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть сформировать команду там из девяток-десяток будет несложно. А вот уже восьмерки, премиумные восьмерки, на которых ВГ, между прочим, денежку зарабатывают, будут испытывать уже большие проблемы. Потому что для них будет мало семерок. И так далее, и тому подобное. На самом деле, это большая проблема даже с балансировщиком плюс-минус 2 уровня. Игроки взрослеют, игроки уходят все выше и выше по уровням. На низкоуровневой технике уже сложно собирать сетапы. Наверное, из-за этого разработчики там сейчас какие-то телодвижения с ветками прокачки и делают. Тут я до конца, если честно, не понимаю, как это работает. Но суть заключается в том, что то, что мы увидели уже от разработчиков, вот эти вот балансировщики там 3-5-7 и так далее, да, когда вы, даже попадая вниз списка, встречаете большое количество танков, против которых вы можете эффективно воевать, это правильное решение. Осталось реализовать и постараться вывести на рабочую схему вариант, когда вы, попадая в дно списка, в следующий бой балансировщик не обязательно, но старается вас закинуть в топ. Или в серединку хотя бы. Если вы попали против трех артиллерий, значит, следующий бой вас должны кинуть либо против одной, либо против нуля артиллерии, стараться вам такие сетапы подбирать. Никто не гарантирует этого, но хотя бы стараться. Я напоминаю, что количество артоводов, которые жаждут поиграть на арте, их тоже немало. Если вы попали против двух арт, следующий бой, ну, опять же, не кидать против трех, а дать хотя бы против одной или нуля сыграть. Если сыграли против трех арт, ну, в следующий бой надо расслабиться. Сыграли против малого количества арт, ну, следующий бой можно вас напрячь немножко. Попали в топ? Отлично. Следующий бой можно вас вниз списка бросить. Чтобы это как раз и есть то разнообразие, ради которого мы играем, чтобы игра не приедалась.
И этот путь верный. Осталось его настроить и реализовать. Я вот этот момент хочу очень сильно с разработчиками пообсуждать, потому что я слышал, что эти все вещи уже тестировались. И какой-то момент я даже их ощущал. Но сейчас опять что-то произошло. Поэтому, ребят, если коротко, не стоит ждать того, что количество арт в рандоме уменьшится. И про всякие балансировщики плюс-минус один я бы тоже вам посоветовал забыть. И не задавайте эти вопросы, просто тратите время на вопросы, которые миллион раз обсуждались. Не будет этого. Потому что, на мой взгляд, я вот сейчас даже соглашусь с разработчиками, то, что это похоронит игру, это сделает геймплей хуже. Почему? Я вам плюс-минус постарался объяснить, как это я понимаю, на пальцах. Если неправильно рассказал, ну уж извините. Жду вашего мнения в комментариях. Хотите стрим отдельную устрою? Если вам такой формат нравится, я еще много вопросов могу вот таким вот образом более подробно разобрать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.